Итак, друзья, всем привет еще раз. С вами Олег Гудвин. Мы проходим специальный мануальный массаж. И если мы делаем массаж спины, то после шейно-воротниковой зоны нам нужно вернуться обратно, чтобы ее снова согреть. Она же уже остыла. После сета 3, то есть когда мы голову, уши, точки все прошли, триггерные, акупунктурные, биоактивные, возвращаемся обратно. Ставим скобу вот такую. Видите, растягиваем череп. За череп, за кости затылочные. Получается вот, а тут за кремянные отростки. Вытягиваем голову, уходим назад. Все движения теперь идут назад. Ролик вот такой ставим на шею. Покачали и пошли продавливать позвонки вертикально вниз. Это мы ставим шпалы, при этом обходим тело человека и становимся в нашу рабочую позу. Точкой дантянь по центру возделываемой зоны. А мы будем сейчас всю целиком спины. Если до этого мы работали по половинкам, с этой стороны, потом с этой, то сейчас все приемы сразу на всю спину. Завершающие такие. Это мы поставили, значит, вот шпалы. Если помните, мы до этого делали вот так вот, раскачивали, да? Теперь то же самое, только уже продавливаем вниз. Получается, от центра мы целимся в фасеточные суставы. Это вот они. Фасеточные суставы, они находятся, получается, в данном случае, вот как раз пальцы сюда попадают, в данном случае они находятся горизонтально к столу, эти щели такие, да, ну вот их как бы расшатываем. Собственно говоря, хруст именно в них-то, собственно, и происходит. Теперь рельсы назад, видишь, все движения назад, вниз теперь пускаем кровь. Если мы гнали кровь вверх все время, да, тем самым увеличивая давление в голове, то сейчас мы все опускаем вниз, успокаиваем как бы человека, понижаем ему давление. По этим рельсам получается два пути, тут стрелка железнодорожная, вот второй путь. Запускаем вагонетки, две руки, жестко, прям так раскачиваем его, видите, прям по ребрам там. Подходит к шахтам, помните, отсюда у нас ракеты вылетали, и разгружаем, одна с инструментами, другая с персоналом. Назад уходят вагонетки пустые. Теперь с этой стороны расшатываем достаточно мощно. Разгружаем персонал, инструменты, и по рельсам пошла ракета. Вот она тяжелая, круженная идет. Почему? Потому что с декомпрессией мы работаем вверх. Вот, видите, второй рукой. Усилия создаем, поставили ракету прямо туда, к шее. Вторая ракета пошла. И назад уходит пустая. Где закончили, там продолжаем. Теперь мы все растираем. Всю спину целиком, не по половинке, а теперь всю спину. Расшатываем. Это уже, видите, упор в кость, вот, в крестцовую. Прям до черепа можно. И раздвигаем. Такие тракционные движения. Видите, как ролик в руках ходит. Техника роллинг называется. Роллинг. Напишите у себя. Вот от крестца до черепа. Видите, все растягиваю. Где закончили, там и продолжаем. Рука переворачивается на ось лопатки. А это чуть сдвигается на ось гребня подвздошной кости. И вот туда закручиваем. Не совершайте ошибок. Если вы останетесь здесь, то такого скручивающего момента не будет на крестце. Надо именно вот на тазовую кость. Потом в обратную сторону. Крест-накрест. Меняем руки. Ну, несколько раз так. Растягивали. И где руки были, там остаются. Тут захват за ребра. Здесь в бедренную, либо в тазовую кость. Не в мясо, не в мякоть, а в кость именно. Мы работаем с костями и связками. Чтобы было мощнее, присядьте и своим бедром можете руку отталкивать. Вот бедром помогаете себе. Поднялись. И теперь растягиваем то же самое, только вот сверху, всем своим весом. Здесь потренируйтесь, чтобы у вас руки ходили вот так, если работаете запястьями. Если локтями работаете, то вот так вот сжимаете.
Можно, конечно, и вот так отжимать, да, по-всякому можно. Можно и одним локтем, а другой рукой делать, да, например, вот так вот. Ну, тут вариаций может быть много, просто разработанная мной схема, она позволяет самому себе больше работать с плечами. Ваши же плечи тоже ведь разминаются, когда вы так тянете, понимаете? То есть мы упражняемся за счет того, что сделаем массаж клиенту. И, кстати, за счет упражнения меньше устаешь сам. Так что вот видите, я разворачиваю ладонь на себя. Еще чем это лучше, потому что вот так вам приходится руки выгибать вот так вот в локтях, да, если вы так растягиваете. А силы меньше в итоге. А когда вот так разворачиваете, рука выпрямляется, и вы еще всем своим весом, видите, над ним, получается мощнее техника. То есть ваш центр тяжести висит по центру возделываемой зоны. Вот место приложения усилий, да, вот по центру. Мой вес. Вот. Ну и мы нарисовали вот эту картину с военной базой ПВО, да, с шахтами. Теперь нам надо это все скрыть от потенциального противника. Берем лапы леопарда и все это поле теперь стрельцами вспахиваем. Все быстро вот так вот растираем до покраснения. Шестеренками захват трапеции тянем на себя. А трапеция любит, когда ее назад оттягивают, и срываем всю эту пашню. Раз проход, два проход, тянули, и три проход. Видите, полосы остались, три прохода, раз, два, три я сделал. Ну и теперь засыпаем шахты, землю тут стряхнули, расслабили, и с такими похлопываниями делаю. Пошел град. Пошел дождь. Почки бережем. Тут особенно не плохо, но потихонечку. И чтобы снять вот это возбуждение после шлепка на кожу, да, протяжка такая. Прилепили руку к мышце и мышцы потянули. Вот, трапецию потянул. Плечо потянул. Квадратные мышцы потянули так. Видите, выйти прилипло, и мышцы вытягиваем с тряской такой. Ну, в общем-то, все, мы завершили. Теперь на нашем поле чистенько. Заколотилась трава. Зеленая трава. И на этом массаж закончен. Можно человека поздравить. Накрыть его тепленьким полотенцем. И немножко успокоить. Легкое покачивание, незаметно убираем руки с тела человека, и наши энергетические поля, вот я его поле теперь раскачиваю, потихонечку успокаивается. С вами был Олег Алавгудвин. Вам лучше быть здесь, записывайтесь на наши тренинги и приходите, я вам поставлю руки и с готовыми навыками в руках вперед в путь к победе. До новых встреч, друзья!